Друзья, всем привет, с вами как всегда Саня. И думаю, каждый, кто наблюдает за моим каналом уже достаточно давно, знает, как я люблю мастерить всякие гантели, снаряды, штанги, там вон боксерскую грушу видно у меня за спиной из мешка и песка. Ну и вот сейчас я покажу очередные свои гантели, которые я сделал буквально вчера. Я спиливал старую яблоню, и ветки, разумеется, и бревна пошли у меня на дрова, как обычно. И вот три больших полежка я все-таки оставил и приделал к ним. Вот к этому цепочку приделал на саморезы и шайбы. Очень классная. И она не очень тяжелая, поэтому для меня она слишком легкая. Ее я сделал для своих племянников. Они меня тоже занимаются потихонечку спортом периодически. Пока что редко, конечно, в основном погулять, побегать, поиграть. Но иногда приходят позаниматься. Вот это, разумеется, я ее еще не взвешивал. Но она очень тяжелая. Очень хорошая получилась штука. Обычно ручку тоже на саморезы прикрутил. И делаю махи. Как с гири, гиревые махи обычно делают. Вот так же я. И вторую здесь повесил я утяжелители. Все долго думал, куда эти железные штуки приделать. Здесь на саморезах тоже закрепил. Здесь наделал таких насечек, чтобы удобно было хватать. И вот так я тренирую свою силу хвата. То есть берусь и поднимаю как можно дольше, продержать. Пока у меня это очень плохо получается. Нужно поудобнее схватиться. Только тогда получается. Но все-таки со временем будет все лучше и лучше получаться. Мне кажется, вполне себе так брутальненько получилось на фоне всяких таких бутылок с водой самодельного турника брусья. Кто не видел, как я его строил с нуля полностью, показываю, как чего делать, как я вырезал все это. Посмотрите, ролик будет в подсказках, если вы на ютубе смотрите. И ссылочка будет в описании. Такие у меня всякие тренажеры есть пружинные. Вот эта штука тоже, я пока еще ничего не делал из нее. Я не знаю, для чего это прибили там сбоку эти штуки, но тоже... Пока что вот так поднимаю, очень тяжелое. Я сейчас очень активно занимаюсь, что прокачиваю свои кисти, свой хват. Вот эти мышцы, да, на пронацию, супинацию работаю. Напишите, пожалуйста, обязательно в комментариях, как вы считаете, классно они смотрятся, да, брутальненько, или вам не понравились такие гантели. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать мои видео. Их будет очень много интересных, полезных. Ставьте лайки и всем пока.